Здравствуйте, с вами Светлана, и мы в Леруа Мерлен. В преддверии праздника 8 марта хочу с вами пройтись и посмотреть, что у нас здесь интересного, красивого. Каланхоэ махровые, действительно махровые, очень красивые и разноцветные. Есть белый, желтый, розовый и оранжевый. Цена на него 220 рублей. А также есть подарочные упаковки, коробочки 777. Герберы 522 рубля. 355 фиалки различные. Посмотрите, какая красивая фиалка. Она махровая. Так, что у нас еще? Есть гвоздика. Гвоздика 198 рублей. Она вся в бутонах, раскроется, будет очень красиво. И хризантема 298 рублей. В одном горшке один цветок. Расцветка различная, розочки. Ну и также у нас свечи в подсвечниках. Подсвечники различного цвета и аромата свечи. Вот такая вот свеча красивая. Не знаю как. Ну да, аромат есть небольшой. Так, у них цены 194 рубля. Цветочки искусственные 313 рублей. Вазы и вот такие вот композиции. Лаванды 535 рублей. 1444 рубля у нас орхидейки лимонно-желтого цвета. Два цветоноса и вот такие вот белые 498. Корневая система в норме, листиков маловато, но в хороших руках все будет окей. 644 рубля уже в один цветонос, но расцветка просто шикардос, девочки. Здесь в два цветоноса 1444. Есть окрашенные, есть нейтральные. Вот очень красиво. И также в букетах привезли нам цветы. Букетик 893 рубля с герберами. Букет лилии закрытый, еще не раскрытый, 608. Розы. Очень красиво. Шлюмбера. 655 рублей. Есть розовая, красная, белая. Есть бутоны, а также уже цветы. Бегония. Бегония маленькая. Посмотрите, какая малышка. 298 рублей. Хризантемы. Бордовые, белые, розовые, желтые. Вот в такой вот упаковочке. Горшок и упакован просто подарочно. Гербера микс 322 рубля. Антуриум. Антуриум вот такой малышка. Шерцера микс стоит 488 рублей. И бегония 722 рубля. Какие красивые, да? Прям вот розами. Каланхоэ. Каланхоэ у нас есть вот такое свеженькое, прям красивое. 298 рублей. И цветы у них интересные. Посмотрите, какие необычные. 339 рублей у нас фиалки. Можно приобрести в корзине. Обычные и махровые. Махровые очень красивые.
Антури Мквалли 1333 рубля. Расцветка интересная. И розовая, и красная. И вот такая симпатичная. Это у нас фрезия. И цветет. 498 рублей. Лилии. Лилии в горшке. Называется. Не знаю, как называется. Не видно там название. А, лилия сувенир. 577 рублей. Роза джи-джи. 355 рублей горшочек. И вот такая красота. Горшечная. Цены на нее нет. Но очень-очень красиво. Есть. Нашла 1333 гортензия микс. Потом можно высадить и в сад. Орхидеи. Все свеженькие, все красивые. Ждут своих новых подоконников. Принесут, купят и будут ухаживать. Гортензия очень красивая. Гвоздика. 198 рублей. Розовая, красная, фиолетовая. И давайте посмотрим цимбидиум микс 1555 рублей. И мультония 1111. Ну, конечно, вот цимбидиум очень красивый. Прям очень. Фаленопсис в один цветонос 644, два цветоноса 598, фаленопсис промо, здесь уже более богатый цвет, два цветоноса 1111 и бутоны очень красивые, 1255, расцветка различная. Также есть подставочки, держатели для орхидеи 36 рублей. И камбрия. Камбрия 988. Есть бутоны, есть уже распустившиеся цветы и гербера. Гербера различных цветов и оттенков. В одном горшочке идет 3-4 штучки. Антуриум Блэк 988. Не видела я его в продаже. И горшок большой. Прям темные, темные, темные. Есть розовые, есть белые, красные. 822 рубля. Цитра Фортунелла 2333. Антуриум небольшой горшок, но и не маленький, средний. $822 рубля и очень большой горшок антуриума, просто шикарный антуриум. 1555, но он большой горшочек, прям большой. Фикусы. Специфилум. Алана 555 рублей. И вот такая красота, это Колизия Ретнес. Малышка такая, ну, очень красивая, прям спускается вниз горшка, ампельная. Хамидарея 188 рублей. Но это совсем недорого, и пальмочка вырастет у вас быстро, цветочек растет быстро. Посмотрите, какая красота, это что у нас такое? Маленькая, аккуратненькая.
Это гордения жасминовая. Горшочки вот видны хорошие. И бутончики. Бутончики. Вот цену я не вижу на нее. Очень жаль. Было бы интересно. И хамедорея уже побольше. 422 рубля. Но растет, я еще раз повторюсь, очень быстро. Очень. У меня за зиму выросла. Вот побольше это. Покупала маленькую. Специфилум Свит Лауретта. 2044 рубля. 2444. Листья большие, больше моей ладони. Драцена. Драцена очень красивая, крупная, здоровая. И также специфилум Вивальди. 1222 рубля. Посмотрите, какие листы красивые, крупные. И осталась елка с Нового года. Гельконика. 3655 рублей. Растет очень медленно. А также подвесные горшки. Цена на них 228 рублей. Пахира. У нее очень интересный ствол. 1177 рублей. Посмотрите, какая прелесть будет стоять у вас на подоконнике. Несколько стволов приплели. И получился один такой красивый цветок. Фикус Наташа с цветным джутом. Интересно, Наташа. Почему Наташа? Кто знает? Ответьте. Алаказия. Сейчас очень модный цветок. Очень дорогой считается. Но у нас здесь он 585 рублей всего на все. Но ничего хорошего я не вижу. Такого, чтобы здоровый был, красивый. Листья порванные. Для любителей кактусов Шармикс 2550. Большой, пушистый такой, колючий. И еще опунция пушистая, волосатая. Есть небольшие колючки, но это прям небольшие-небольшие. 2777. И здесь малыши различные. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана. Всех поздравляю с праздником женским. 8 марта.